Ребята, всем привет! Мы приехали с Олей на рыбалку, на ночную рыбалку. Еще как бы рановато для ночи, но пока сейчас соберем снасти, пока туда-сюда кастрик распалим, то уже как бы и темно станет. Полавливают здесь леща, это Припять. Тянет зелье очень сильно. Вот видно, по всей реке плывет трава. Уже у нас, наверное, третий или четвертый год такая картина. Ловить будем, ну, я бы не назвал это фидером, ну, такие, как Димон говорит, закидухи фидерного типа. Оснастка фидерная, но мы не фидеристы, я больше люблю спиннинг. А так, пародия на фидер собирать снасти. Вот у меня три палочки с собой. И то это спиннинги бывшие. Так возле берега вроде зелья не тянет, да, вот тянет в основном там. Посередине там надо будет просто прижимать. Вяжу оснастку Патерностер на своих закидухах. Уже последняя осталась. И поводок делаю где-то, ну, больше метра, короче. Такой. 1,20 м, наверное. Первый заброс. Так, трава как раз плывет, надо подождать чуть-чуть, вот прогальчик вдруг. Вон у нас шнур под самым берегом, в воду уходит, и вся трава дальше. И вот и решили вопрос с травой. Вершинку опустили. А там ребята стоят, у них задраны в небо. По-моему, в удилище. То у них, скорее всего, ну, трава набивается. А у нас не будет. Попер на него вывод. Она бешеная не была какая-то. Молодая не должна.
Лисенок. Офигеть. Ну я, у меня первый раз такое в жизни. Такое может и сало утащить, слышишь? Ну мы не будем его подкармливать, чтобы его не приручать к рукам. А то будет тут докапываться до людей. Хорошо, что чиву не взяли, слушай. Смотри, вообще ему пофиг. Обалдеть. Он пришел на кофеек. Это как раз кофеек. Вот люди подкидывают им что-нибудь. Типа норкам, лисицам, вот рыбаки. Становятся вот такими, что не боятся людей. И потом где-то контакт происходит, ты спишь там в кресле, она пришла тут, потерлась, а что-нибудь у тебя остырило сало кусок с этого, со стола, а у нее там какая-нибудь бешенство или еще что-нибудь, и все. Поэтому не кормите диких животных, если они у вас так бегают. Не приручайте их. Это может очень чревато. Ну эту клювала, да? Я первый раз такое в жизни вижу, если честно. Откуда она пришла? Ну, скорее всего, видишь, здесь горка, и скорее всего где-то нора. Она молодая, это выводок вот. И она вот сейчас где-то уже начинает подальше отходить. От делает. Подальше начинают от норы отходить, смотреть. И вот все. Это видно, познакомилась с людьми. Ну, смотрит, что они тут постоянно трутся. Ничего плохого ей не делают. А может кто-то кормит, скорее всего. Но мы ее не будем кормить. Она хищник, тут мышей много и всякого такого. Она сама себе может добыть. Видишь, молоденький лисеночек. Целый зоопарк, слушай. Вообще, хорошо, что чиву не взяли. Сейчас бы она тут ей давала этой лисе. Она бы в нору ее завела, там бы она бы сидела бы. Она бы не влезла, чива сейчас толстая. Ой! Оля тянет рыбу. Есть рыба? Вроде есть. Давай, вытягивай его, гнобей. Какой грамм 200? Ого. Это Соня. Мелкий соник. Иди сюда. Такой вот. Что, есть рыба? Да, какая-то. Зацепилась. Ого. 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 Ну ты не трогай. Вот уже часа два, наверное, без поклевок. Как, Оля, рыбалка? Скучно. Опять не сняла поклевку. Ничего нет.
я сегодня, это мой размерчик. Пока ты спал. Пока я спал, ты рыбу ловила? Да, я таких словила, знаешь, сколько? Вот это четвертый. Но эти, это такой хороший, те были поменьше. Это густера, кстати говоря. Она повкуснее, чем подлещик. Видео. О, я запись не включил, прикинь. Как ты его тянула, не включил запись. Оля поймала леща. Вот это клюет. Снова я словила. Подожди, возьму подсак. Ты не спеши. Выводи его на чисто. Ого, хороший. Сюда, сюда, Оля, ко мне. Почувствовала. Супер! Короче, это сегодня моя рыбалочка. Ой. Угу. Точно же будем собираться или половим про? Ну да, да. Этот больше предыдущего. Да, этот больше килограмма точно. Полтора. Давай взвесим, кстати, у меня есть весы. Тихо, тихо. Возьми этого. Что, троху наловила? Стой, стой, куда ты? В ведро. Парочка зачетных, остальные так себе. Мелочевка. Так, из зачетных, вот, мой первый. И второй зачет. О, вот этот вообще жирненький, хорошенький. Даже не могу взять. Главное, чтобы он не ушел. А мне кажется, он уже окочурился. Или нет? О. Вот улов густера, вот неплохая, сверху лежит.
Немножко словили. Давай. Подписывайтесь на канал. Это твоя. Оценивайте видео. Твоя. И увидимся в угоде. Попробуй. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео и увидимся в угоде. А мы поехали спать. Thank you.